Так, ну что, это получается карта у нас самая-самая первая, обучающая за ГСБ, да. Которая была. Называется Killian's Empire будет... Mission. Надеюсь, нас здесь не будут так же, как на прошлой карте. Не знаю, сейчас проверим. Че, готовы? Да. Окей, ready, поехали. Тут типа база Killian будет. Вот этой правой руки Кейна, девушки. Ее же вроде Киллиан зовут. Правой руки. Правой руки, да. Правая рука Кейна. А? Если кто понял, о чем, да? Ну, если... Ха, да-да-да. Ладно, посмотрим. Ну, там не факт, что только правая. Задача — обнаружить старую заставу ГСБ. Еще левый может ей управлять. В районе, где появились войска. О, первая миссия, какая прелесть. О, нам дали просто базы. Ничего. О, и команда дали. О, нам дали спецназера. Ребят, дайте я еще убавлю в голос. Тихо, знаю, подожди. А, так они полуразрушенные. Прикольно. Иду. Обнаружена. А что, это у вас появились вышки или нет? А, мы ничего не можем строить. Подожди, что нам такое? Дали спецназеров, типа идите, защищайте зоны и только там. Какой бонзай, аккуратно. Давайте я сверху пойду. Я сверху иду, ребят. Вы идите. Смотрите, спецназеры умеют закладывать взрывчатку, не забывайте это. Взрывайте и валите. Ой, огнеметы! Молодцы, ребят. Я им попробую снести электростанцию. Жестко, да. Ну я попробую что-то сделать. Это черные братья. Черные братья, да, это жесть. Они мне просто капусту измолотили. В оригинале их не было. Здесь не было. Ты что за... Я знаю, как надо. Влетай в вышку, просто подлетай к ней, взрывай. Я им главную базу сношу, ребят. Этот уже отлетел. Не, ну я еще более-менее живой, но меня тут сейчас тоже снесут, возможно. Давай сюда. И закладываю взрывчатку. Быстрее, быстрее, быстрее. Так, главную базу им снес, ребят. Главной базы нет. Понял. Я как надо одним единым фронтом в траме идти и сносить. Я им главную базу снес. Блин, герой погиб. Ну ладно. Ну мы вроде все сделали. Можно теперь строиться? Нет. У них еще казармы. Еще казармы и центр надо было. Черные братья. Не, черные братья это жесть, конечно. Ну слушай, он хилится. Кто? Команда, да? У тебя он живой еще? Да. Он по тебе ползает. А, так он же по тебе урон получает. Не, он возле заборчика. Нет. Команду типа. А, да. Ну, получается, тебе надо снести казарму. Погоди, а как же этот вышка? Ну и научный центр. Не, вышку не обязательно, как я понял. Ну я там сверху все снес. Абсолютно все, почистил. Блин, а что нельзя строить? Не очень. Не, а ты сейчас сольешься. Да, сейчас сольешься. Огнеметы сноси. А, ну или так, да. Отлично. Так, теперь ты можешь... Не, смотри, уходи. Делай прыжочек в заборчик, безопасный заборчик. Отлично, безопасное место, сейф зону нашли просто. Хотя совсем только чуть подхилиться и рашнуть вот этот центр. Да, техцентр надо снести, ну, научный. И по идее все, мы можем строиться. Я боевиков бы вынес, хотя, блин, у них там москиты. Не, справа там опасно. Там это чуть дальше нам нужно будет. А прикинь, нам надо всю миссию пройти так. Не, это вряд ли. Нам базы тут не просто так дали. И нам же сказали, типа, обнаружьте заброшенную базу ГСБ. Здесь вообще, когда ты играешь в одиночной компании, здесь полуразбитая на месте базы нодовцев, база ГСБшников. Очищаться. Че, рискуем? Ну, можно еще немного похилиться. Ну, тебе надо прям пролететь, научный центр снести, в первую очередь. А потом сноси сразу это здание, где пацаны сидят. Ты берешь и прыгаешь прямо к техцентру и взрываешь. Да, и сразу взрываю его, как только появится иконка бомбы. Попробуй. Сейчас они типа сразу рано, будут. Рано. Давай. Все. И че? Герой погиб, я слышу. Строить ничего нельзя до сих пор. Так что делать надо? О, вкладывается. То есть надо еще, получается, было постройку снести, и тут все войска, да, или как? Так, вот, сейчас что-то нормально пошло. Задача — обнаружить старую заставу ГСБ и провести разведку в районе... Эх, если бы тут была база ГСБ. Всё. Так, ну что, поехали. Надо. Можно как раз-таки попробовать под вышки байтить? Лэнди, тактика, прыгаем под вышки и взрываем их сразу. Моя тактика проста, я иду поверх. Я прыгаю наверх и сношу им, энергостанции. Раз, два, прыгаем под вышку. Бля, какая сплошная там команда, ё-моё. И валите, там огнеметы, валите. Они ползком, блин. Прыгайте, если перезарядилось.
Валите под вышки. Передышка. Под наши вышки валите. А не за деп. На передышку под вышки. Понял. Уже там. Что это вы жирнее, чем мой? Хильтесь, если что. Ну я сижу пержу. Ну я заметил. Вам подарочек. Кстати, у меня, он у меня не хилится. Алик атакует. Вали! Понял. Верно. Блин, тяжело. Да, что-то не хилится. Может, ранг еще не прокачался? А он там без ранга вроде был. Я тут. Ну, вроде да, должен и без ранга, да. Тогда... А, так, я иду им главную базу сносить сверху. Это просто на посту только буду. Я знаю, как надо. Я аккуратненько базу снесу. Уже там. И слиняю. Нет, тактика хит and run. Объект атакует. Повышение. О, повышается, да. Побыстрее. Кач идет. Все, вали, вали, вали. Так, осталось казарму, да? Ну, это само... А, подожди, у них нет огнеметчиков. Здесь, кстати, нету. Кстати, они их не построили, наверное. У них и есть черных этих нету. Ну, это же они есть, огнеметчики, черные братья. У них есть камикадзе. Ну, камикадзе не самые опасные, их можно легко развалить. Самое пока что опасное, это, наверное... Не, ну мы можем сейчас как жесткий... Ну, мотоцикл вряд ли мы уничтожим. Паровый не можно, это можно кайть. Ну, мотоцикл я... можно попробовать развалить. Не, мотоцикл яичный, от них ракет можно уворачивать. Понял. Да. Вопрос. Давайте их развалим, попробуем. Верно. Просто убегай от них. Понял. Да, как стреляют, просто беги. Угу. Иду. Попробуем так мотоциклы посносить. Просто они самые жирные здесь, с ними проблемы. Кого начнем? Так, понял. Еще один остался. Потому что остальные юниты, они такие опасные. Не вопрос. Солдат мы легко снесем. Уже там. Понял. Капец, вот это тактика галактика. А пока в тулку пержу. Не-не, уходи, 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 уходи. Верно. Прыгай, прыгай. Да прыгай, ё-моё. Понял. Джетпаки это за что дали? О, все, можно байти мотоцикл, байти мотоцикл. Вали, а, нельзя, блин. Нет, не я байтить. Хотел под пушку подбайтить. Уже там. А как ты качнул себя? Я не знаю, я здание снес и все. Ребят. Я дождь 2. Верно. А, ну да. Ребята, не забывай. Секретная техника. Секретная техника это создать себе юнитов, уже да? Там. Можем, кстати, окопаться попробовать и благодаря этому засесть там где-то. Так точно. Аккуратненько. Понятно. Это будет долго. Ну, пора за работу. Да нет, быстренько. Не-не-не-не, они сдохли у тебя. Ну ладно. Не-а, они успели. А если командира туда? Я готов засесть. Все. Добиваем, добиваем. А вдруг там бабы, да? Да-да-да, вдруг. Не, хорошо, что так разваливали. Гоните их сюда все. Камикадзе. Начнем. Хорошо, готово. Все, теперь надо сносить казарму. Погнали. А тебя снесу. Чего? Давай. Мне ж уровень надо получить. Да, давай, давай, давай. Мне тоже. Может получишь. Ой, о, есть. Что происходит? Так, топ задание выполнено, хорошо. Там что оружие делаем? Страж, так. Да подожди, у нас пол... О, нам дали эти БТРы еще, классно. Но задание все равно строить не можем. Здание строить нельзя? Да, кстати, почему? Надо, наверное, теперь дальше снести. Нам, наверное, не будут давать возможность постройки, типа делать тем, что есть. Не, у меня не отхилился даже. О, кстати, можно же в эту посадить. Выполняю приказ. В гаржетку с пистозера. Кстати, можно с пистозера, да. Отличная тема. Ну и где? Я поехал выносить их. Сейчас. Страшно связи. Получено новое задание. Блин, камера, вернись. А кто внутри БТР сидит? Входи, уходи. Ё-моё. Он здесь ПВОшек нет. А у кого казарма, ребят? Вы можете в казармах вроде как строить, нет? Нельзя никого в казармах строить? Я элитные гранатчики появились. Что приказов? Докладывай. Че, в казармах никого строить нельзя, нет? Нет, моржок. А че у нас 20 этого? Я могу продать один? Мы лучшие. У нас же есть сборочный цех? Есть. Есть. А чей это сборочный цех? Мой. Я в нем все равно строить не могу. Да я тоже почему-то. Странная тема, конечно. Народ, тащите ПВО. Да нету у нас ПВО. Заказывали? Есть. О, я инженера получил. Кто? У тебя инженер есть? Да. Где? Я МСЦ продал. А, ну тогда да, можно пойти, можно попробовать забрать. Вот это вот у них построечку, либо казарму, либо кран. У них там есть кран, можно попробовать ребята, кран забрать. Ребята, забывайте, что БТР хорош по... Ну как сказать хорош, уводи его. Командир, что строим? Доступны новые постройки. Что-то нельзя нифига строить. Что приказов? Давайте надорашить этими БТР. Когда выступаем? БТРами, да. Сади БТР гранатчиков. Они чинят еще. Исполняю.
Р ждет приказ. Ух, ё-моё! Да, там опасненько. Покажем им! Огонь! Да вроде бы, понятно. Олейный гранатчик потерял. Сносите, да, гранатометчиков можно было спасти. Уведи, уведи, ты шмалят эти пулеметы. Выполняю приказ. Ай, ты шмаляешь, ты щепни. Бейте! Короче, сносим тут все. Стоп, казармы захватываем? Казармы можно забрать. Держись. Так. Ага, только не под этим четким наблюдением. Да, мясорубка БТР будет сносить тебя быстро. Блин, что строить ничего нельзя, что за бред? Мы еще БТР притащим. Ребята, у нас, кстати, отхилились. Кто? Стазер у нас отхилились. Можно на дальний раш. Кстати, да, можно мясорубки прилететь и взорвать. Готовы? Я давай готов, если что. Я готов, я на левую. Раз, я на правую. Он у меня не прыгает. Он у меня не прыгнул. Идиот. Захватывай казармы. Они сейчас восстановят, подожди, нет? Не, вроде нет. Не-а. Захватывайте, у кого там инженер, забирайте казармы. Где мне БТР? Я найти не могу. Где прокладка? Уника устроить, а, даже вот не. Ну, пора за работу. Капец, миссия, блин. Че не идут здание строить? Че за бред? О, у меня есть пушка зато. Командир. Я куда кидаю? БТР ждет приказа. Ну, хоть что-то. Если там можно будет строить, можно? Нет. Когда выступаем? Блин, бред какой-то. Укажите цель. Ты что, нам получается только с песнозерами все надо сделать? Капец. А там же Эми, по-моему, дадут потом. Не дадут, а они должны, по идее, Эми сами скинуть. Ты смотри, сколько лазерка. Нет, дадут. Не Эми, точнее, а Ионку. А, Ионку дадут, да. Ионку, да. Лазерных пушек, смотри, сколько там стоит. Да, я заметил. Но они технику сносят. Пехоте они не слишком мешают. Просто рашим спецназерами, блин. Тут да. Тут спецназеры пройдут. Надо, наверное, как-то аккуратно сверху пройти, нет? Они мост. Не, мост они не должны взорвать. Ну, давайте сверху пройдем. Глянем, что там у нас. Здесь должна быть вышка с этим заходом. Я знаю, да, как надо. Но ее тут нет. Пока. Ребята, где вам проще? Иду. Да просто проходим сверху. Свободен. Как раз таки покачаемся. О, у меня прокачался уже до второго левела. Еще третий левел, и он будет вообще жесткий. Эм, а почему тут по всей дороге, эти туретки, а? Не знаю. Просто так надо поставить, чтобы техника нельзя было пройти. Все, заходим, заходим, ребят, смотрите, тут ничего нет у них. Ой, огнеметные танки, мясорубочка. Надо главную базу снести или что? Не знаю, чем там надо сносить, но я валю. Я не знаю, я кайфую с этой миссией. Блин, не, миссия прикольная. У меня есть некоторые проблемы. Сваливаем. Что нельзя строить здание, например, да? Но командир работает как надо. Ну-ка, дай-ка попробую. Сейчас им главную базу снесу. А вот это Клаус. Ой, тогда не буду трогать. Я лучше мистер. О, лучше командир снизу. Прокачанный по максимуму, жесть. Весомый аргумент. Там сейчас сам все сделает. Вам подарочек. Понял. Все, это была вся миссия, получается. Да. Не, ну что, прикольная на самом деле. Я-то думал, нам тут базы дадут по-настоящему, будем строиться, а тут надо было просто по этими спецозерами пройти и все. Не, прикольная миссия. Да уж. Чисто, знаете, такая миссия из разряда героической. Дают тебе ограниченное количество войск и типа, а дальше крутись как хочешь. Правда, не совсем понятно, зачем нам тут базу давали. Типа, вот мы снесли первую базу нодовцев, а дальше типа... А, чтобы не проиграть, как бы, триггер. Ну, возможно, триггер из-за этого работает. Да, кстати, возможно.